Привет, я Кристофер Пламмер, и я счастлив познакомить вас с трейлером чудесного фильма «Необыкновенная история на Рождество». Вы увидите его совсем скоро, уже этой зимой. Надеюсь, вам понравится. А если нет, вам же хуже. Боже, благослови всех нас! За мной! Все вздор! Неудачный роман? У кого их нет? У вас есть новый замысел? Он полон ими. Куда-то пропало вдохновение. Мы будем бедны? Ну, конечно, нет. Я же просил не беспокоить, когда я работаю. В канун Рождества в ночи духи оживают. Но, господин Диккенс, блудницы и воришки не тема для литературы. Чарльз! Вздор! Чепуха! Вздор! Герой Скряга, которому в сочельник является некто вроде духонаставника. А как называется? Раскаяние скупца. Рождественский сказ, гимн, баллада, рождественская басня. Найди верное имя, и персонаж явится сам. Скрач! Скринчер! Ну уже, Скрудж! Закрой окно, или тут деньгами топят. Господин Скрудж, как я рад вас видеть. Не могу сказать того же. Нам с вами предстоят великие дела. Как вам удается изображать их так, что когда я читаю, они будто живые? Будь она уже даже написана, мы не успеем подготовить ее и сдать в печать. Всего за полтора месяца. Если не смогу закончить, какой я вообще писатель? Мои герои меня не слушаются. Но я же автор. Неужели? Веселый призрак? Что это значит? В дни, когда сердца наполняются надеждой, мы никого не выставим за дверь. К 9 мне нужно в типографию. А окончания так и нет. Желаю вам счастья и веселья. Всех с Рождеством! Необыкновенная история на Рождество. Все, довольна? За работу? Боже, благослови всех нас. В кино с 26 ноября.